Всем привет, ребят. Ну что, давно я уже вам не показывал, и мы не тестировали героев, точнее таланты, что ставить герой. И у нас сегодня будет, наверное, один из актуальнейших героев. Это будет Огник. Почему Огник? Потому что многие без доната его уже дособирают на своих аккаунтах. Ну, конечно, я же не на русском сервере. На русском сервере это все печально. Ну, все равно, рано или поздно будет это. Английский сервер, это китайка, это немецкий сервер. Многие задают вопрос, кто ставит лучше Огнекрылу, так как это, скажем так, востребованный и самый, наверное, один из самых востребованных и донатных героев. Раньше был, сейчас он стоит, конечно, на некоторых серваках копейки. Что ему ставить лучше таланта? Вот что у меня есть на английском сервере. Я вам скажу, я все равно это все не использую. Сейчас мы пройдемся по талантикам. Давайте так. Ну, основное, что я использую, начнем с этого, это ожива. Вот видите, у меня ожив очень много девяток для Огника. Где вы его используете? PvP локации, конечно же. И битва гильдий. Битва гильдий. Ожива — это самый востребованный талант. Плюс выживание. Вот такая вот сборка, плюс цепелин. Но у меня здесь стоит пиромах, лучше поставить там доспех, либо хранитель леса. Пиромах у меня стоит для архидемона. До этого мы сейчас тоже дойдем по чарам. В общем, из-за того, что у героя есть ограничения, плюс он, когда он ресается, восстанавливает себе full хп, ожива для него самый идеальный вариант, особенно для таких локаций, как там рейд, фарм и прочее. То есть он у вас не будет сливаться об отражалку, это самое основное. Ну и соответственно вы сможете вот так вот бегать, трешивать, что вы не сможете сделать там огником с пактом, например, с бастом. Урона ему, я честно скажу, особо не надо. Вот смотрите, что он делает. Конечно, у меня он здесь собран с уклонениями, тут пятые уклонения на нем стоят, но здесь стоит пиромах еще. Если был бы хранитель леса, было бы поинтереснее. Вот смотрите, он опять резнулся. Резнулся с full хп сразу. То есть в этом как бы есть плюс. Неважно, какое там будет. Ну, конечно, из девятой оживы он резнется у меня два раза. Если будет обычная, раз резнется. Плюс выживание рунами, точнее эмблемой, он будет себя отхиливать неплохо. Вот 80%. Против такого же, по сути, как и я, доната, ну, может там поменьше, но у него тоже куча героев, нас бьет стрелок, нас бьет огник, смотритель, все дела, там, ворожей, заряжалки, пофиг. То есть база выносится просто на ура, 100%, как бы вы ни старались, есть еще дополнительно 5 героев других, которыми вы можете добить. Поэтому на сегодня, скажем так, битва гильдии, там и многие локации исчерпаны. Атака фортов, ЗБ, это самый идеальный для него вариант. Что бы вы там ни смотрели, вы можете рунами поставить, или эмблемами, или рунами, там другие таланты, этого вам вполне хватит. А вот это самый универсальный вариант. То есть ему ремка не нужна, он заряжается и так очень быстро. Убивать он у вас будет все равно, убивать кому он будет накидывать. Если есть Фрейя, это вообще идеально, она будет вам просто помогать. Вот, казалось бы, тоже, да, база там, лазули мы уже снесли, вот стоит огник, пофиг, просто пофиг. Подземках то же самое. Ну, подземках можно и поставить получше, но опять же, в зависимости от того, какие у вас там подземки будут. У меня, конечно, он здесь прокачан на 20-й прорыв, не 30-й пока что. Я как бы не стремлюсь его, я сейчас делаю ворожея в следующем. Но вот этого вполне хватает, 100% база выносится, как бы вы ни старались. Следующий такой неплохой вариант — это бастион, либо СО. Но бастион — это жизнь, а вот СО — это понижалка. Ну, конечно, у него есть и так, грубо говоря, ограничения. Но тут плюс в том, когда оно спадает, он тоже будет неплохо себя чувствовать в рейде. Но опять же, это уже не то. Сейчас вы увидите разницу. Во-первых, рунами сюда можно поставить оживу. Ну, плюс-минус где-то он будет нормальный. Но опять же, чуть-чуть будет не то.
но урона он сейчас будет получать меньше. Соответственно, из-за этого его не так быстро будут сливать, как и живу. Но с живой он более, скажем так, универсальный, потому что если его вдруг хранитель убьет, ну, там, нанесет ему урон, он реснется. Если этого сольют, то уже этого сольют, и вы ничего тут не сделаете. Ну, такой вариант тоже для битвы гильдии идеальный просто. То есть это второе, скажем так, место. На третьем будет у нас даже бастион. Почему бастион? Там урон плюс жизнь. Для огника тоже немаловажно, чтобы у него было много жизни, потому что очень зачастую он попадает на отражалки, и если у него жизни не особо много, он будет у вас сливаться. Опять же, все зависит от того еще, какие у вас чары. Если у вас будет хранитель, он будет снимать негативные эффекты, будет давать подхил, я имею в виду хранитель леса. А вот видите, резнул там 800 плюс 800 тысяч. Его тоже не так уж легко пробить. Да, он кайфовый, но живо более универсальная. То есть бас будет у нас где-то на третьем месте. Ставить ему пакт, ну, не знаю, я сейчас вам покажу, вы сами посмотрите. Пакт, да, классно, урона просто немерено, все дела, но можете поставить ему живу рунами, но его будут сливать. То есть как только с него спадет защита, его нафиг убьют. Ну вот видите, отличный вариант, как по мне. Выживание плюс СО, и он неплохо-неплохо держит урон, сколько его там дамажит, но его пробить не могут. Единственное, что ему понижают сейчас отхил, там, возможно, там что-то будет. Ну, смотрите, база тоже разносится. То есть еще одна топовая сборка. Ну, конечно же, у меня здесь уклонение. Ну, вот, видите, слили все. Порезали отхил, и на этом все закончилось. То есть вот такие вот нюансы, тоже классная сборка для него, есть у вас, можете смело ставить. Давайте потестируем другой вариант. Это такой вариант. Сейчас я вам расскажу немножко о другом огнике. Вторым талантом можете, если у вас там цель архи, ставить вот оракула, либо там другое, и ставить рунами там эмблемку. Такой вариант тоже классный. Ну, то есть это чисто для архи. И пиромах у меня тоже стоит для архи. До этого мы сейчас дойдем. Вот вам пакт. Можно поставить плюс оживу, допустим, рунами. На PvP локации такой сойдет, но он у вас будет не настолько универсальный. На битве гильдий очень большие шансы, что смотритель просто попадет и нафиг сольет, плюс там Фрея ударит. Сейчас вы увидите это по входящему урону. Да, тут миссы просто у меня идут, но как бы я тестировал. Вот можете заметить, посмотрите, что с ним делается. То есть сейчас у него уже проседает он намного шустрее. Да, у него дамага, блин. Он будет у вас выносить, но это очень опасно. Видите, 666 тысяч идет отхил. Ну, конечно, он дамажит. Тут противник не особо. Ну, видите, да, то же самое. 22% мы только снесли. А, тут у меня ж тут нету этого цепелина. Я вам показываю, называется. Не добивает, ну не добивает, потому что прорыв. Не будет прорыва 20-го. А многие без доната не очень скоро качнут прорыв. Так, давайте сюда поставим тоже цепелина. Просто так, чтобы уже затестить. То есть в основном вы его будете использовать на БК. Сейчас мы дойдем до PvP локации еще. Можно поставить еще вариант, я показывал из ворот, но это опять же, если у вас будет там максималка по этому, по уклонению, тогда изворот тоже тащит. Ну и то сливается точность, смотритель попадает. Ну смотрите, сносят. В общем, идеальный герой. Но вот такие вот нюансы. Вот видите, сейчас на меня молчанку наложили, застанили и чуть не слили. То есть дамага у меня, конечно, много, но многие герои этот дамаг все равно будут отхиливать. Вот видите, стан проходит, но ну, опасно. То есть тут, если проходит скилл какой-то, то он проходит конкретный, и вашего героя могут просто с двух плюшек смотритель совпадает. Ну, зачастую так бывает на битве гильдии. Ты вроде выкидываешь, вау, у меня там все герои, сейчас я его ушатаю. И тут только хлобысь и все. То есть я вам показываю то, что реально уже на практике проверено на многих серверах и действительно работает. Ну, с пактом вот он наносит урона, конечно, немерено. Видите, вражеского огника просто снес стычки.
Это еще не максимальный дамаг, который от него можно дождаться. Ну, соответственно, он также с этим пактом и получает. Сейчас защита спадет, и Фрейя может просто тупо с плюшки нафиг унести. Ну, видите, тут уклонение как бы решает больше. Давайте еще поищем кого-то в рейде. Ну, видите, на английском сервере, что не это, да, в принципе, на многих уже. Раньше Огника можно было удивить, сейчас Огником уже не удивишь никого. Сейчас Космо удивляет. Вот, отлично, 20-е прорывы. Дырок особо не вижу. Вот, видите, смотритель меня заблочил, и все, еще кинули понижалку от хила. Это самое проблема. Все, вот раз и слили. Вроде казалось бы все круто, но не все круто. Точно так же заблочили. Вот я набил 49%. Жалко, мы сейчас на него, наверное, второй раз не попадем, чтобы протестить. Ну и ладно. Вот так вот. Варианты, что можно рунами. Если PvP локации, вот такие вот варианты, можно вместо живы попробовать. Вот сейчас мы пойдем сразу же на PvP локации, сразу на ЗП-шку забежим. Вот такой вот вариант крутой будет, очень крутой. Плюс можете еще панчбокса сюда влепить, если у вас там он есть. И пойти просто тупо трешануть. Давайте сейчас попробуем на арене посмотрим. Ну, на арене опять же смотритель может просто нас унизить. Вот сейчас, кстати, тест против... Ой, хотел тест против Космо сделать, называется. Вот смотрите, еще что сейчас Космос нас сделает. А может и не сделает. Вот мы наложили, смотритель мой ударил. И его смотритель ударил. Мне больше повезло. А сейчас Космо, конечно, просто вот раз, два и все. И на этом все закончилось. Давайте этого попробуем. Вот тоже 20-й огник. Без скина. Не любитель включать скины, больше так нравится. Ну вот все, раз, два и все, его унесли. Была бы ожива, было бы поинтересней. Ожива нет, понижение, то есть его будут без защиты просто тупо унижать. Какую бы вы локацию не взяли, смотритель все равно рано или поздно попадет, либо герои попадут. Вот видите, Космо заблочил, себе стоит, жизни мало и все, я ничего не могу сделать. Поехали в ЗБшку. В ЗБшке будет интересно. Сейчас мы ставим сюда. Вот, в принципе, вот этих героев по сути и не надо. И без них просто тупо сейчас будет трэш. Давайте сейчас еще кого-то поставим интересного. Ай, ворожая кинем. А тут мы поставим Огника. Вот именно Огник такой. То есть соживое, вы поняли, это самый универсальный вариант. А, у меня попыток нет. Я их все вчера каким-то образом или сегодня. А, я же тестировал кому-то все. Я с утра тестировал эту. Называется, ребята, вам показал. В общем, неважно. Вы, думаю, суть поняли. Так, давайте покажу вам его, что он может. Ну, отражалку, это надо отражалку искать, я тут вам не найду. В общем, поехали дальше. Я вам и так уже кучу показывал разных вариантов. Поехали, я вам доразберу еще его по чарам. Расскажу, что ему можно ставить, что не надо ставить. То есть таланты, давайте так зайдем отсюда. По талантам еще, может, мы что-то пропустили интересное для многих. Так, 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 таланты, 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 таланты. То есть вот эти раз, два, три. Раз, два, три — это архидемон. Это можно поставить, ну, я бы не советовал. Изворот такое себе.
выживание плюс оживорунами это битва гильдий, ну и только это PvP локации, ну и то не универсально, это универсально, это все фигня. Бастион более-менее заходит ему, тоже, скажем так, к универсальному отнесем. СО можно, кстати, и прокачать огненку плюс 40%, плюс отражалка, ну нафиг она не нужна по сути. Ну и ожива. Ремку можно рунами, но и так он быстро заряжается. Все. Это все, что вы можете ему поставить. То есть такие вот варианты для него самые приемлемые. Дальше по чарам. По снаряге давайте. Уклонение. Вот видите, у меня уклонение. Можно там сборную солянку делать, все равно герой будет тащить. Ну, если вы без донат, то есть выбирайте то, что есть, лепите там разные вариации. В принципе, там ничего страшного, вы героя не испортите. В идеале, конечно же, уклонение чем побольше. Чары. Вот самое интересное, это чары. Можно ставить передачу энергии, так как он один на один, там, допустим, либо в ЗБшке там останется, затащит. Доспех очень хорошо заходит, особенно против героев, которые подбегают ближники. Плюс вот этот вот вариант, либо вот этот пиромах, либо клинок. Это архидемон. Проклятое поле. Я, кстати, хочу собрать 5-6 героев, потестировать, как будет. Будет лучше победный, либо они. Хранитель леса тоже подходит, и победный подходит. То есть такие вот еще ставят... понижение от хила тоже как вариант можно ставить. Ну, в общем, для идеального героя, такого, как он, ну, каким он является, очень много чар подходит. То есть вы можете уже в зависимости от того, где вы будете его использовать, а в основном вы его будете использовать на битве гильдии на PvP локации, то есть это победный, передача, доспех, хранитель леса. Архидемон это пиромах либо клинок. Все. Других вариантов просто, ну, нету смысла там ставить. Если вы без донат, ставьте то, что есть. Если у вас же есть лишняя там чара, вы вытащили где-то с коробки, ставьте туда, и будет вам счастье. Все. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть еще на разборе, там какие услышать, потому что я вам все время переигрываю таланты, все меняется, поэтому вот так вот. Все. Всем удачи, всем пока.